Опасным методом ловили рыбу жители Нижнеудинского района. Трех браконьеров транспортные полицейские задержали прямо на берегу Уды. Мужчины незаконно поймали 300 хвостов сибирского хариуса и сделали это при помощи электроудочки, а это запрещенное орудие. Оно наносит огромный вред водным обитателям, гибнут все живые организмы в реке в радиусе нескольких десятков метров. Ущерб от действий мужчин превысил 500 000 рублей. Фигуранты признали свою вину и возместили ущерб.